Очень тяжелая игра. Ну, кубковые игры, наверное, все такие на нервах. Я очень благодарен своей команде, за то, что они после пропущенного гола не бросили играть, собрались. Ну и по сути, на мой взгляд, если брать по моментам, конечно, 50% того, что мы создали, мы забили. Пока что забиваем только 50%. Пропускаем, к сожалению, необязательные голы практически с ничего. Вот, есть на чем работать. А так, конечно, молодцы ребят. Справились. То, что мы от них просили, практически на 80% все выполнили. Ну, результат на табло вы видите. Добрый вечер. В первую очередь поздравляю с победой. Вы упомянули то, что сегодня команда реализовала половину моментов, которые она создала. Да? Ну, в первом круге тоже у нас были явные проблемы с реализацией моментов, даже с пенальти, так скажем, да, с 11 метров, который уже считается как 0-5, да, почти был. Когда вы будете, есть вот процент реализации моментов, такого уровня, какой процент? Да нет, стоп, стопроцентный, конечно. Один момент, один гол любого тренера, я думаю, удовлетворит. Ну, здесь, я же говорю, это не в упрек, то, что мы очень много создаем, много создаем, но, к сожалению, мы реализуем не так часто. И я говорю, сейчас до сих пор остается проблема вот эти необязательные голы. Потеря концентрации в какой-то момент и на ровном месте. Хотя, мне кажется, все-таки, если брать общую картинку игры, мы доминировали. Были и в первом тайме два выхода, один в один в начале матча. Надо было реализовывать игру. Игра, наверное, поменялась все-таки. Ну, и здесь, конечно, на последних минутах такие голы надо забивать. А травма заболевшая серьезная пока? Я думаю, что... Я бы очень хотел, чтобы она была несерьезная, но вылетело плечо. Я не знаю, сейчас может лечиться. Ну, повезли в больницу, посмотрим. Очень надеюсь, что, конечно, Сардор нам на данный момент позарез нужен. Да все нужны у нас. Второй круг стартовал уже, да, если можно коротко, как прошла подготовка ко второй части сезона, там попал и довольно будет подготовкой. И если можно про трансферы. Также на Бафар прописал опытных игроков, молодых, ушли еще молодые, да, что-то было? Нет, я думаю, что там никто не уходил. Ну, честно говоря, может, до меня кто-то уходил, не знаю. Но мы пришли, сколько, 12 дней поработали. Доволен ли я? Наверное, нет. Времени мало. Нам пришлось 3 недели влупить вот в эти 12 дней. И как раз вот ребятам объяснял, что... Очень много будет работы и очень тяжело будет. За это я им благодарен, то, что они выдержали, никто не засопел, никто не начал жаловаться. Все понимают, какие задачи стоят. Вот за это я им на 1000% благодарен. Я думаю, что вот этот результат, это заслуга прежде всего их. То, что они вот эти 12 дней, как рабы на галерах работали. Желательно, конечно, было бы побольше времени, может, мы как-то разнесли бы работу, но, к сожалению, такого времени у нас не было. По трансферам, ну, вы знаете, у нас основной вратарь ушел. Пришлось в режиме нон-стопа заключать контракты. Думаю, Куватов и... Ну, оба два опытных вратаря, поэтому, я думаю, мы шило на мыло не поменяли. То есть эта позиция у нас очень хорошо закрыта. Молодые футболисты пришли. Взяли ряд игроков с Намангана. Мы параллельно сейчас работаем над молодежью, именно намангандской. С дубль просматриваем первую лигу, оттуда выдернули. Есть талантливые ребята.
будем давать им шанс проявить себя в высшей лиге в обязательном порядке, потому что для меня является нонсенсом. На Манган, для, ну, как бы, мне кажется, один из самых таких городов, откуда и мы в свое время львиную долю лучших футболистов набирали и в академию. А на данный момент, по сути, в основном составе только один футболист местный. Эту картину надо менять. Имея такое количество талантов, все-таки надо местный футбол развивать более интенсивно. Давать шанс местным футболистам. Не распускать их, потому что я так посмотрел по списку. Практически во всех командах высшей лиги играют местные футболисты. В основном составе. Почему они там играют, а не здесь? Вот это для меня нонсенс. То есть над этим работаем. Вы упомянули, что будете, тебе на Махон будет следить и за выбором команды, да? Но конечно. В прошлом году, как вы помните, и вообще утверждался Ангел Бабаян перед последними турами. То Ю-21 команда на Махоре была на предпоследнем или последнем месте в чемпионате. То есть это, значит, как вы упомянули, что очень мало, почти нет игроков в основной команде из Академии, из молодежи, да? И в этом году, как бы, на Махор подписал Дмитрий Анна, специалист по работе, ну, там, с юношеским футболом, и вы тоже, и вас, да, мы не открыли, очень много талантливых ребят воспитали. Будете ли вы сами, как бы, просматривать из ваших слов, смотря, просматривать матчи дубли, идти с ним, вот, работать? Мы все работаем в одном режиме. Дима, я, они, Дима у нас в штабе, дубль. Короче говоря, мы ведем и дубль, и основной состав, чтобы было так яснее. И работу, и все остальное. Смог ответить? Пошел. Это список, что ли? Вы упомянули, что ребята понимают, какие задачи на сезон, да? На вторую часть сезона. В принципе, после смены тренеров вокруг Нарбахора, вокруг Намангана, так скажем, очень много слухов. Если можно, какие ожидания и цели на сезон, поменялось ли что-то внутри команды, о чем, как бы, слишком много слухов произлетали? Я не знаю, какие слухи, честно, я не собираю слухи, мы ж тренера, не бабки какие-то на скамейке слухи собирать. Я не знаю, о чем вы говорите. Мы приехали, работаем. Из базы не вылазим, с утра до вечера там. Ребята, на мой взгляд, команда по качеству футболистов, по крайней мере, мы пока что, вот так, приходя в другую команду, такого качества мы не видели. Но это, наверное, все-таки заслуга тех руководителей, которые были до нас. Собрать такую плеяду футболистов очень приятно работает. Мы пришли, здесь особо не надо ничего говорить. Показываешь, они исполняют. Кайф. С такими ребятами можно работать с удовольствием. И опять же, я говорю, это заслуга прежде всего того тренерского штаба, который работал до нас. Собрать такую команду, это надо иметь действительно талант. А нам повезло. Вот и все. А у Лео? Все? Спасибо. Да, хорошо.